Добренько. Всем добренько. Ну, сейчас будем распаковывать вот эту огромную посылочку. Игорь, я там нафига набрал? Копил где-то. Не знаю. Месяца три коплю, потом уже все отправляю. Можно вообще год копить. Не знаю, с нынешней доставкой мне вообще это все не радует. Все эти заказы из-за границы. Все это дорого сейчас стало. Не очень. Но тем не менее. Эти ленты мы отрежем. Так. Открывать. Мало ли что. Офигенно, смотрите как. Вот так вот все выглядит внутри. Ну, в принципе, я не просил, чтобы упаковку они снимали. Можно заказать доп. Услугу, это снятие упаковки штатной, которую там есть. Я этого не заказывал, поэтому она тут еще в доп. Упаковочке. Так, пока это отложим. Заказывал я игры, то есть с Амазона, когда заказываешь, можно там БУ, как бы выбираешь, допустим, там либо фильм, либо игру, и там есть, допустим, новый товар, и еще целая куча людей, кто продают уже бэушный. Свинка с нами. Но без шумодамы. Дядя. Пушка. Дальше больше. Эй, бог не дунь!